вроде бы как эти чиновники понимают проблемы, понимают, что потенциал есть. Ну, и даже они как-то вот это все выразили, что касается региональной политики. Еще одна цитата, она такая минутная, но тем не менее, прослушайте ее. Из национального плана развития, способствующий росту территории. Для чего способствующий росту территории? Приоритет, способствующий росту территории, ориентирован на создание предпосылок для устойчивого и сбалансированного экономического развития в городах и регионах Латвии. Латвия – это небольшая страна с большим разнообразием природных, культурных и человеческих ресурсов. Выдвинутые направления действий предусматривают мудрое и эффективное использование доступных ресурсов. Пространственные структуры вкладов и публичные инфраструктуры совместно будут способствовать устойчивому и сбалансированному формированию народного хозяйства, использованию сильных сторон и возможностей территориального развития и сокращения угроз. В регионах Латвии все еще существует большой неиспользованный потенциал роста народного хозяйства. В основе его лежат наши умения и предприимчивость, объединенные с доступными ресурсами. Именно в умелом использовании этого потенциала скрывается возможность добиться прорыва в экономике как в домашних хозяйствах, так и в каждом самоуправлении и стране в целом. Все, это три главки. Но это можно петь, вообще-то говоря. Можно. Можно. Равис Дзинтерс предлагает гимн петь в школе. На латышском языке оно еще красивее звучит. Надо добавить планом. Латышский язык мелодичнее. Нет, на когда слушаешь на русском, это просто на звук, это просто страшно. Да, это вынос мозга. Но латышском звучит мелодичнее. Ты просто делаешь такую мелодию, ну, как вот это вот чукотская, когда вот едет чукча по тундре, он поет такую, ну, такую длинную. И вот на это можно петь. И усыплять очень будет хорошо в качестве колыбельной для детей. Но я скажу так, что может быть еще одна как бы причина такого документа, потому что, ну, зная людей, которые там работали, я думаю, что они действительно старались что-то хорошее сделать, да? Значит, старались. Да, заметьте, что каждый абзац по 1000 латов примерно. Да. Сколько там? Да, три абзаца прочитать. Сейчас 3000 латов мы показали. Да, мы показали 3000 латовую работу, ребят. Но знаете, как, когда в бизнесе у руководителя есть, или у лидера, когда у него ясно, что он хочет в бизнесе достичь, то его команда помогает ему это все как бы, ну, подготавливает, да, дает информацию и так далее. Да. И здесь, если мы говорим административные реформы, то нет установки. Мы все еще как бы лукавим, мы говорим, что у всех все будет, инфраструктура будет, все услуги в регионах будет, только денег не хватает.